Монолит стандарт. Дверь 4 класса защиты от взлома. Напомню, что стандартные комплектации у нас не подразделяются на то, что стандартное это что-то ущербное, какое-то надо как-то добавлять, доплачивать. Все изначально идет максимум, который навряд ли кто-то может предложить больше. До недавнего времени это был нижний замок Cheezer Evolution Pro, верхний шел Guardian 4001. Современная комплектация Monolith Standard это ISEO 612D. Это замок, который сменил Guardian 4001. Guardian 4001 был меньшего формата замок, с меньшим вылетом ригелей. Из плюсов ISEO 612D это его именно огромный формат. Конструкция, которая заточена как раз на силовое воздействие при взломе. Здесь очень хорошо реализована защита от забивания ригелей, их размер, крепление к планке. Что касается отжима, вот этот замок, он идеальный. По конструкции. Цилиндровый замок ISEO 678G, замок также и с блокировкой от переламывания цилиндра, как у Cheezer Evolution Pro. Также замок редукторный с тихим плавным ходом. Замок тянет спокойно систему тяг, тянет систему перекрывания ключевого отверстия второго замка. Поменяли замки местами, раньше был сувальный верхний, цилиндровый нижний, сейчас стало наоборот, нижний сувальный, верхний цилиндр, но по свойствам своим никак не ухудшилась эта комплектация. Каленый металл остался тот же. Здесь идут 6-мм каленая пластина идет на ISEO цилиндровый и 2-мм на сувальный ISEO. И что касается броненакладки, здесь из стоковых броненакладок, вот это Азифауста усиленная версия, это версия, которая максимально подходит для наших моделей дверей. Ее первое преимущество это то, что она заводится под металл, ее сбить, сорвать здесь не представляется возможным. Из основных также преимуществ это толщина шайбы. У этой модели броненакладки 12,5 мм. Это как раз та толщина, которая отделяет цилиндровый механизм от возможности его разрушения и, скажем так, без подбора секретности открытия двери. И цилиндровый механизм Monolith Standard также остался ISEO R7. Очень надежный, с которым не будет точно проблем, они никогда не ломаются, не перепроворачиваются. И с учетом комбинации этих двух замков, секретности у данного цилиндра достаточно для двери 4 класса защиты.